Сегодня Владимир Путин присвоил пилотам, посадившим аварийный пассажирский лайнер в кукурузное поле, звание Героев России. Кстати, командир экипажа Дамир Юсупов имеет отношение и к Чувашии. 6 лет назад он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и сразу был принят на работу в компанию «Уральские авиалинии». В небе он провел уже более 3000 часов. До того, как сесть за штурвал, Дамир Юсупов успел освоить профессию юриста. Кстати, на него он учился на заочном отделении юридического факультета Чувашского госуниверситета. Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге 41-летний командир самолета признался, инцидент не отбил у него желание летать, и он совершенно не считает себя героем. Пассажирам я ничего не сообщил, сейчас вот могу им сказать. Единственное, что немножко даже виноват, что так получилось, что я их не доставил до места назначения, до Симферополя. Пассажир меня с некоторыми беседовал, когда обходил самолет. Вот. Хочу пожелать выздоровления тем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и все-таки не бояться летать.